Всем Ну ладно, я. привет. Мы проводим очередной футбольный матч, играем на выезде, Да, и наша команда забыла выйти на поле первые 30 секунд. в Либии играем. Пока играем только, используем только спартакских защитников И Криштиану и Роналду. Криштиану Роналду. Это Взрывная СМИ. отличное сочетание. Криштиану вышел на Т7 и поглядывает на пункт H2. И подглядывает. И вот скоро болельщики ЦСКА будут помогать Криштиану давать мат с пункта Сейчас H2. нашего болельщика ЦСКА съедят заживо. Ну, нужно пустить на мясо еще одного защитника Спартака Москва. Рибери пока аккуратно играет. Не. Не Вброс. зарываясь, да. Молодые люди там и девушки, вот кто. Лев Яшин пока отошел на H1. Да, прячется. Побаивается мощного удара от современных футболистов. Я бы тоже побавился. На самом деле Петя у нас что-то отключился, самый главный футбольный фанатик. Вот, по-моему, у Робана очень поставленный удар, да? Вражеский Да-да-да-да-да. Робан на Д3 меня очень смущает. После Е5. Да, и даже без Е5, если честно. Как бы тут Яшина не унесли с поля случайно. Так, ну а пока Белопольничек наш Арен. Ну что, уже как Ой-ой-ой-ой. бы этого. Грозит неприятная Е5. Да, мне кажется, что поведется сейчас менять болельщика ЦСКА Пока, пора, пора, согласен. на Робана. Этого не жалко. Этих не жалко. Так. Ну, кстати, после Е5 наш Айрен становится просто мачо. Да, действительно. Только у нас это... Кто это? Да, это Робан. Мы можем побить, и Роналду активизируется. Там на жертву Васи Березуцкого мы бьем сначала Робена, а потом только Березуцкого. Так, а теперь в шахматном плане объясни всем, чтобы было Де, понятно. Фе, ферзь Е5, ладья F6, конь Д3. Ребята, вы все поняли? Отлично. Итак, нужно, ребята, выменивать. Нужно выменивать вражеского. На случай Рибери F4 мы играем Роналду H5. Меняем Роналду и получаем комфортную игру. Рибери F4, Роналдо H5. Да, Все, так и... Роналдо идет на H5. Все-таки против Либии. Мы играем против Либии, а Я просто очень не люблю Роналду и стремлюсь его поменять две возможности. Об этом, собственно, уже давно известно еще. До того, как все поняли, что это именно Роналду. Так, ну. Все, Робана вышибаем. Теперь пытаемся подменять Роналду. Пытаемся подменять Роналду. Какая у него сейчас трансферная стоимость? Лямов 100. Кстати, на D3 защитник Спартака завис. Да, но это не самый важный защитник. Может Ладно. быть, болельщикам ЦСКА пора пинать ногами Не, мне Роналду. кажется, надо активизировать Васю. А, Как-то он да. застрял на 8. Вася с Алешей — это наша главная сила. Да, вот спасает чрезвычайно важного игрока. Не знаю от Московского кого. Спартака. Да. Так, ладно. Выгоняем болельщика ЦСКА с C3. Наш болельщик занимает доминантную высоту на E4. А тем временем до конца матча осталось не так много времени. Уже можно сказать, эндшпиль. Эндшпиль, ребята, футбольный. Футбольный эндшпиль. Кирилл мне таким образом намекает, чтобы я не спал. Да. И вот Ладно. Заносим на нашего пол. болельщика ЦСКА на D2 под 80 боев. И отъедаем. И не знаю, никого мне отъедаем. Наверное, все это и сыграл на красоту, и это было зря. Ну, ладно, поставили сюда. Сейчас мы подкрепим его Робаном с D5. А, ну все, отлично. Отлично. Меняем Роналду. Забираем. Ребята, 100 лямов уплыли. Да, и Кирилл, время начинает кончаться постепенно, так что продолжай ты. Да, отлично. Я так считаю, что нам нужно очень срочно включать в игру наших главных козырей, а именно Алешу и Васю Березуцких. Пока безумные размены происходят, страдают от этого, как обычно, защитники футбольного клуба «Спартак Москва». И мы
почти поставили мат по восьмой. По на всякий первой. Случай убираем Яшина на Е7, чтобы он ненароком не получил да, удар. И рубка флага понеслась, у нас лишний... А я подставляю ладью, надо ее брать. У нас... Ладно, ничего страшного. Так, сейчас будет неистовая рубка флага. Да, но у нас комфортный перевес в этом компоненте. Да, но у нас нет прямого, я напомню тебе. О, ужас. Шах. Да, и, в общем, закономерно мы побеждаем. Да, всем спасибо за то, что вы наблюдали этот футбольный матч сборной России против сборной Либии. Да. До новых встреч.